Денис, чего? Цветы. Я тебе решила такую. Вы посмотрите. Какая красота. Оксана с Игорем принесли мне такой цветок. Я его, конечно, покажу. Слушай, я всегда думала, что вот тут написано куркума и джинджер. Я всегда думала, что это разные вещи. Оказывается, что это одно и то же? Не знаю. Ой, мне кажется, джинджер это разное. Другое, куркума да, это другое. А что там написано? Джинджер это имбирь. Ой, моя девочка, привет, красотулечка. Такая вся красивая. У меня кошмар вот здесь. Надо будет поправлять. Ну ничего, отросло просто. Да? Нет, не жжет. Не точится. Цветы, да не знаю, куда и ставить. Вы посмотрите, что цветок. А что ты мне обратно подарок дала? Посмотрите, сколько цветов. Ну ты что, посмотрела подарок? Ну еще пока не успела. Сейчас подарок буду смотреть. Давай. Это с барского плеча чего-то у нас. Это Версачи. Вот смотрите, что. Показывай нам. Что? Держи, Гузаль, держи быстрее. У меня руки-то затряслись опять. Ого! Версачи. Одевай. Че, гостей-то куда вот таких сажать? Они даже поляризованные, очень редко. Красота. Вау, красота. А ресницы-то прям по зеркалам. Ой, спасибо. А это что, Донна Кайрон что-то? Вы что, с ума сошли, что ли? Мне с вами не расплатиться никогда будет. Да ладно. Не, Мирочка. Ну так, веревочка. Да, держи быстрее, держи. Возьмите пакет у нее. Мирочка, привет, видишь, я уже в фарточке. Да вижу, помолодела. Такая помолодевшаяся. За веревочку, Денис. Ну да, да, я скинула. И часы мне Донна Кайрон подарили. Вы посмотрите, черные. Какие? Я сейчас одену. Все, вся в подарках. Вообще. Красавица. Это стиль а-ля Гузаль. А, ресницы? Конечно, да. Она блондиночка, три реснички, так сразу же раз, выделяет лицо. Так. Мы все в ожидании. Все в ожидании. Я после этих частушек. И пакет. Покажи часики крупно. Вот какая красота. Сколько времени? А не скажу. А, чё? Очки до Версачи, смотрите. Версачи прям на Версачи, смотри. Да вон на них написано, на очках написано. Ну на очках-то ладно. Вот на очках написано. Осталось корону одеть. Ну, посмотри, нет. Так они еще и поляризованные, то есть они хорошо. Как корону-то нужно, ой-ой-ой. С бриллиантами. Как полароид, да, ты имеешь? Слушай, Наташка, нравится, подходит. Ну посмотри, Игорь. Класс. Мне кто-то подарил очки Версачи, ты представляешь? А кто хоть подарил-то? А кто же это мог быть? Вообще обалдеть, ну надо же. Это с барского плеча. Это ну так можно хоть одни нормальные очки. Вот настоящая женщина должна иметь хорошие очки, хорошую сумку. Хотя бы одну. А сумку-то где принесли? Нет. И все сразу так. Смотри, как хорошо. Да, да, да. Как это, как говорят, пани моя гроша. Смотри, пани моя гроша. Наташенька, мешочек подержи. Спасибо. Супер. Винсент, look what Оксана and Игорь gave me. Персачи. О, мой. Look at glasses. Look at the... Well, those are the glasses you got on right now. They're pretty, really pretty. And they Polaroid. It's amazing how I can what I can see. What are you going to get me for my birthday? I didn't get it. What is that? Versace. Nice. Versace. Oh, Versace. Versace glasses. Very nice. It's made congratulations. In Italy. They're very nice. It's made in Italy. You look like a rich chick. But look at this. Oh, put it on, and I show you. Ну что, девочки и мальчики, женщина должна иметь хотя бы одни, но нормальные очки, а не миллион и всяких дешевых. Так вот у меня появились Versace очки и часы.
А сколько время? А не скажу. Счастливее часов не... Счастливые часов не наблюдают. Но носят. Кто у нас пришел? Такая красивая, худенькая, маленькая девочка. С днем рождения. Привет, спасибо. Спасибо большое. Милка моя. Девушка какая-то идет. Я ее не знаю. Какая стала девушка? Вообще. Это не я пекла, это с моего паблика. Проходи, проходи. Hello. Да. У нас, вы видите, пустые тарелки и полные бутылки на столе. Ну так самое то. Посмотрите-ка, у нас Давидка пришел, мальчишечка мой. Да какой он хорошенький. Вот так вот у нас сегодня все гости. Лилечка пришла уже. Видите, вот она. Все. Сейчас буду уже камеры снимать. Эльвира наша. Гузаль. Все ставим на стол сейчас. Питанг. Ну что, девочки и мальчики, вот наш стол. Я показываю вам. Это салат нежность. Посмотрите, видите, он слоями. Гузаль у нас сделала такие канапе. Бутерброды с рыбой, у нас салатик оливье, у нас тарталетки, Надя сделала ребрышки, у меня, значит, запеканка, и вот стоит Уильям. Какой завтрак? Завтрак, да, завтрак. Шикарно, это вау! Правда. Я сегодня просто утопаю в цветах, вы посмотрите, сколько у меня цветов. Со всех сторон у меня цветы. Это вообще просто что-то с чем-то. Ну, посмотрите. А Эльвира у меня сегодня будет ночевать. Да, Эльвира? Постараюсь. Как постараюсь? Сфотографировать. Да. Hello. Мы только сели. Леночка, привет.
А к банку я еще не пришел. Нет, нет, надо платить. Спасибо. Нет, хорошо. Ой, это что-то не смешно. То же самое. Сейчас я еще и Сережу. Тортики. Куда же тортиков у нас есть получено? Лишнее не будет. Каждому по тортику. А я не понимаю, тебя как уже уходят? А мне что, подарки принесёшь? За тортиками пошла. Наташка подарки забирает, и дверь сразу закрывает. У нас уже 4 тортика, да, худеем. А вы даже чай не попьёте. Дружно. Даже чай не попьёте. Ну, конечно, давайте посмотрим, что там. Лена сказала, это бьющиеся. Ну, хорошо. Правда, русская что-то, с Париж. Они же с Парижа приехали. Парижа. Так, почему муж не участвует в моем подарке? Я мужа с утра не кормила, он голодный. Это от Леночки. Леночка вон идет, а вон Рошель еще у нас идет. Это розы, да? Так, еще не все. Да, еще не все. Какие-то большие. Я вот еще не все. Хорошо. 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 Держи. Thank you. Thank you, Шэй. Привет. Thank you. Привет. All right. Vincent, help please. Yes. What do you got? Даша, I got this for you. You got it. Oh, terminal. Oh, yes. I love it. And then your gift. Oh, thank you so much. What do you want to put it? Наташа тоже говорит, Мира будет тоже играть с Леоном. И все, мы дружные. И все. Да? Понимаю. Ой, что-то Леночка. Да, Раши? Hi, how are you? Брюлики с Ладой. Сюда? Да? It's a little tight. Вот. Там что-то не было.
сглазила его. А белый? Тогда яблочко будет. Но она прямо сладкая. Это сладкая? Да, она чуть-чуть подумляет. Надо вилочку. Надо, наверное, поставить. Иди подойди. Окей, ну все пришли вроде, да, все уже. Сейчас удалось, только нет, мало, похоже, приедет. Окей, мои друзья, девочки и мальчики, джентльмены, леди и джентльмены. Спасибо вам, что вы пришли, я вас всех очень люблю. Я на самом деле ценю каждого из вас. Я очень благодарна судьбе, что я каждого из вас знаю, да. Спасибо вам огромное. Мне сегодня 25. 17? Я перевернула, я перевернула свою дату, мне 25. А я думал 17. Да. И я надеюсь, что мы будем с вами встречаться не только в дни рождения, 8 марта, Новый год, и какие у нас там еще праздники есть. Рождество. Да, Рождество, еще и между ними. Спасибо вам еще раз огромное за вашу дружбу ко мне, и я стараюсь ее оправдать. Спасибо. А мы тебе все будем. 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 Казахские песни казаков, да. Игорь нас там включил, вон Уильям машет рукой, вот у нас Рошель, Лилечка. Так, где у нас диджей? Вон у нас диджей сидит в синей рубашке. Мы уже на полпути дошли. Вот каждый диджей, который нас кормит казахскими песнями. Казахские, татарские всякие. Так, девочки, как вам поцеловать? Очень вкусно, правда? Все очень вкусно. Зая так старалась, так она красиво делала с розами. Оливье очень нежно сладкие. Все в этом Зая. Курочка Винсента тоже очень сочная. Эльвира наша. Вы знаете чего? Хочу пожаловаться на Эльвиру. Почему? Ничего не ела, сидела. Ела. Ты ела, мне кажется, только один виноград. Нет, я курицу съела половину. Да. Ой, такая, посмотрите, она вообще. И чем вам мои очки не понравились? Почему твои очки не понравились? Я это сказала. Не вам, вашим зрителям. Сказали, что очки не понравились? Я не помню. Так, с этой стороны. Так, ну-ка отвечайте по пырому. Что там такое вообще? Сейчас вызовем всех. Мне. Наоборот, очки-то красивые. А кто, я не видела, чтобы кто-то написал про очки. Пропустила. А, мне еще понравился комментарий насчет, типа, Эльвира смотрится как будто бы на порно-кастинге. Так это комплимент. Не, мне просто хочется этому человеку сказать, кто написал. Я не знаю, откуда вы знаете, как проходит порно-кастинги. Да, видимо, знает. Или хотела тебе комплимент сделать. Они же там все красивые. Ну что, разве нет? Они там все красивые. Ну, красивые, да. Мои красотки две собрались. Я год назад получила подарок на четверых. На меня, на Любу, на Лену и на Эльвиру. Никак не могла вспомнить вам отдать. Так, девочки, смотрите. Смотрите, это такая красота на шее. Она сделала из... Красота. Эльвир, как вы хочешь? Я вот это хочу. Вот это тебе нравится. Посмотрите, какая красота. Вот ее надеваешь, и, конечно, вау. Просто... Спасибо. Обалдеть. Спасибо. Танечка Новоселова, да. Танечка очень красива, нам очень нравится. Да. Необыкновенная красота. Да. Большое, хоть с джинсами, хоть спасибо. Чем вообще можешь одевать. Мы не ожидали, поэтому это вдвоем. Я все не могу никак отдать вам. Я встречусь с тобой или с Эльвирой. Мне эти подписчики, а ты передала? Я говорю, опять забыла. И вот сейчас... И я тебе забыла. Вот, посмотрите на Леночку. Я поближе приведу. Это поближе не надо. Да у меня же рыбий глаз стоит, видишь? Очень далеко. Ой, красивый, Эльвира тоже надела. Очень красиво. Вот она нам четверым сделала.
Класс. Танечка, спасибо. Наконец-то моя миссия выполнила. Целый год я не могла их передать. Спасибо большое, Танечка. Большое спасибо. Посмотрите, у Лены какой сегодня наряд. Мы сегодня все разглядываем ее. Сделай так руки. Да. Какая фирма у тебя? Joanna Ortiz. Два узла по бокам. Это, ну, это я сама завязала, можно как хочешь. Joanna Ortiz. А мы думали Ortiz. Узлы завязала. Дизайнер, она вот мне очень нравится. Посмотрите, у нее и туфельки эти. А это туфельки, да. Принц. Кури Мерч. Кури Мерч? Да. Все мои любимые. Она у нас любит фирму. Посмотрите, стол у нас опустел, а мы переживали, что места нет. Вот девочки переживали, что места нет. Смотрите, вот. Я знала, что мужики пойдут своим путем. Да. Девочки с улицы Рос. Да. Все для тебя. О, Оксана мне говорит. Мы уже дошли до конца. Мы слушаем Вару. Это все для тебя. Спасибо, Оксаночка. Для тебя все цветы. О. Такого я не видала, я первый раз увидела в пабликсе. Что это такое? Первый раз. Да. Называется слезы. Слезы? Да. Tears drops называется. Правда симпатично. Посмотрите, это наши мужички сидят. О чем же вы говорите? Это у нас только трое мужиков на всех этих женщин, да? And we have only three men for all these women. That's why you hide it from us? No, we have four men. Who else? Oh, little David, okay. We're waiting to sing happy birthday. Okay. We have a David. David somewhere around. Yeah, here. David, good, четвертый мужчина. Yeah. So we have a А вы думаете, кто у нас здесь в сговоре? Две татарки. Две татарки, а казах, казахского происхождения, монгольского воспитания. Что там у вас вообще? Ну, это мы уже придумываем, потому что я не могла отличить одно от другого. Да? Короче, в прямом эфире мне сказали уже башкиры, а потом башкиры еще на двоих делятся, говорят. Я вообще там чуть в обморок не упала уже. А? Мы? Все братья, все сестры. У всех один нос и два глаза, поэтому никто ни с кем не отличается, правильно? А вот это у нас, кстати, девушка-бабочка, посмотрите. Бабочка на... Кубеляк. А смотри, какие пальцы-то у нее, как кубеляк. Пианино играет. Как будто она музыкант. Длинные, красивые. Здесь бабочка, здесь две бабочки. Там одна бабочка. Под платьем бабочка летит, нет? Под платьем есть бабочка? А, в ушах. Здесь нигде нет. А тут вот моя бабочка главная сидит. Маленькая, хорошулька. Ресницы мне тоже, видишь, как наклеила? Какая красивая. Тоже? Ой. Так это у нас национальное. Это мы его, потому что такие, правда? I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Shiver inside, doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Birthday to you, happy birthday dear Natasha, happy birthday. She's jolly good fellow, she's got a good fellow.
25. Я решила в этом году переставить цифры. Now you can talk back and go on his back on. There you go. Давайте. А я не знаю, как он называется, там названия не было, но он нежный. I like that, really cool. Фруктовые, да, тоже. Кто? И вот этот сникер. Ты на цветы показывай. Who came up with this idea? Гузаль make that. Гузаль. Гузаль make that little. Гузаль. Where's Гузаль? Гузаль. Гузаль's in the kitchen, I think. In the kitchen. She's которая good. восточная красавица наша. That's not... He liked this. The roses? Yeah. I like all the roses. No, but that... Уильям у нас, видите, Уильям блогер есть. Это же не один, еще кто-то принес. У нас еще тирамису. У нас только тирамису. У нас еще есть тирамису, да. Мне всего понемножечку. А этот какой тортик у нас шикарный. Это френч тарт. Сейчас я еще принесу. Это сама делала? Будем считать, что сама. Хорошо, будем так считать. I agree. Еще один тирамису. Уильям, it's so much sweets for you. Да, это он любит. Да, я знаю. What cake you like? All of them. Okay. Honey. Cut it. Me. Come on. Cut it. Что он делает? Ну, сладости на всех хватит, видишь? Те, кто любит сладкое, режут все. Все. Поскорей, да? Да. Ну вот. А мы все ваши дали. А мы все с любками уже и зашлись. Да, он немножко... Like a pizza. Он немножко... Ёрзает. Он мягкий у него. Он ёрзает на этой тарелке просто. Ну, как мороженое. Гузар делал его вчера, я не знаю, прям... Красиво, красиво. Это напоминает мне русский. А теперь сникерс надо тебе порезать. Это всегда, а можно зачерпнуть ложечкой? Нет, это же порезанное. Давай, где твоя тарелочка? Нет. Сникерс. О. This is sneakers, that's why it's like that. Еще один торт у нас, боже. Let me go more. О, вау. Мусор. А этот порезали. О, мой гад. Это тебе тарелочка. Да, сегодня. Святого торта. Удивительные процессы. Сейчас пускай что-то получается. Вот какой день рождения. Цветы и торты. Цветы и торты, да. Все, что женщина любит. Да. Ну, так чем-то на тирамису бал. Ой, посмотри, какой красивый. У него внутри малина, черника. Черника, малина. Угу. Я знаю, а что вот это. Так, первый, ты первый пробуешь. Говори, как, вкусно или нет? Скажи. Вкусно? Белиссимо. Белиссимо. Белиссимо.
Ой, а это что? Ребенку положите. А что ребенок любит? Это вот такой у нас сникерс. Какой миленький. Сникерс. Он хочет сникерс. Вот это какой? Который режут? Вот это? Вот это? Нет. Тот? Да, вот, да, вон да, тот да. беленький. Видите, какой красивый. Какой же он красивый, боже мой. А это что за большие костюмы? Давидушка. Ой, какая красота. Да. Можно с кем-то делиться? Я можно? Можно? Вот ребенок. А я хочу всех вот попробовать. Давай стикерс-то как там в разрезе? Покажите хоть мне. На тебе вилочку. А вот этот, глянь, смотри, какой. Вот. Сгущенное молоко. Вареное сгущенное молоко с орехами. Уильям, ты профессионал просто резать торты. You like this stuff, а? Посмотрите, Уильям у нас. Он у нас все торты нарезал сегодня. Вот это муж. Какой молодец. Этот-то проваливается. Господи. Ой, а это с мусом там тоже. Да. Так, идет у нас профессионал тортов. Я, к сожалению, не профессионал, но торт классный. Да. А сникерс слишком... Сникерс очень вкусный. Он слишком такой, да? Этот фат. Фатный. Оксана? Настоящий сникерс, вот это домашнего еще лучше. Вот я твой выбрал. Гузарь. Торт гузарь. Фрукточки. Торт Гузай, это торт назвала Наташенька. А, торт Наташенька от Гузай. Такой нежный, как Наташенька. Кисленький тоже иногда, как да. Наташенька. И сладенький. Вот какой вы хотите ее видеть, такая она была. Ну. So tomorrow I'm going to the gym, work them all. Попробуйте тирамису. Где? Сникерс. Уильям. Уильям. What cake you like the best? I don't know. I haven't tried them yet. No? I haven't started yet. А, Уильям вас резал, еще не пробовал. Сникерс интересно. Вот этот понравился. Фруктовый пай. О, посмотрите, сколько у Уильяма тортиков. Какие тортики вам понравились больше? Не знаю, вы еще они все по-своему. Они все очень разные, очень вкусные. Да. На любой вкус. Ну иди на минуточку. What's the game? Ну вот смотрите, Костя, дорогие. Наташа, я буду по-русски, переведешь Винсента. Мы сегодня пришли к Наташе. Сейчас узнаем, что, зачем мы сюда пришли. Кто, зачем сюда пришел. Окей. Пускаем коробочку по кругу. Каждый вытягивает бумажечку, да, и говорит, кто, зачем сюда пришел. Ну давай, Оксана, зачем ты сюда пришла? Так, Оксана, зачем ты сюда пришла? Я пришла... Goodness, that's long. What does it say? Ой, это я за многим пришла. Уже глаза-то разбежались. Потому что я скрываюсь от полиции, и мне нужно алиби. Можешь на нас рассчитывать. Потому что я мечтаю много торта съесть. Эльвира, зачем сюда пришла? Так, Эльвира, ну-ка сейчас мы на воду тебя на чистую выведем. Так,
Кремир, что там? Здесь хочу я пошалить и народ повеселить. Так что там же еще возможности. И если чертега пришла, Dirty Dance. Сделать я хочу сюрприз и показать вам свой стриптиз. Не догадывайтесь сами, поразить гостей речами. Уже поразила. Лина поразила свою русскую речь. Все подошло, блин, как. Так, мы не посмотрим, зачем пришел. Вот торт это вот был ему. Торт это больше. Да, ну сейчас мы посмотрим. Он сейчас прочитает сам. Читай, Лина. Take your time. It's like a scroll. Меня общество манит показать всем свой прикид. Окей. Меня общество манит показать всем свой прикид. Втроем ко мне пришел сказал, что я тебя you said that pretty good. You know, I said that. Меня общество манит показать всем свой прикид. Yeah, yeah. This is just... Это трудно переводить. Yeah, it's just he came here to show his outfit to everybody. А именинница у нас его общество. Общество, it's all us. Natasha, she's nice. И зачем я сюда пришла? Зачем ты сюда пришла? Почему я отсюда не ушла? Вот почему. Так, Vincent, ready? Yeah, Ed says... I don't know about you, but I have no idea what this game is about. Okay, you try to read that. How you can try. Ya, ti. I don't know that one. Дума. Дума. That's not Дума. It's not Дума. Что тут думать и гадать? Здесь хочу потанцевать. What is the thing? What is the thing? Так много ж надеяться, что забыть потанцевать. Okay. You have to read it. Okay. Let me get it all on well. Okay, he gonna read it. Put on your Russian glasses. All right. What it says here is that, oh boy, everybody really liked my chicken and they want some more. No? No, here it says you like dry fish and you're gonna eat more. No. Okay. Я пришла не веселиться, просто нужно похмелиться. You came here because you have a hangover, so you want to drink. Боже. Не хочу вам признаваться, но мечтаю ее подраться. Это тоже ты знаешь, I'm hiding there, but I want to fight with everybody. Даша, вроде скромная такая. Да, я говорю, не подумаешь вообще. А сами не договариваются. В тихом умоде. Честно нужно отвечать? Да. Под столом хочу поспать. Короче, если Лену будете искать, ищите под столом. Так, Ирочка, ты зачем пришла? Мой гаш, я сегодня очень смел подсчитать, кто сколько съел. Шикарный, how much everybody eat. That's why she come here. That's a lot of calories. Yeah. Ну, у нас тут еще одна мальчика. Еще давайте, давай мне еще один. Давай. Там еще вон два человека у нас сидят. За кого ты будешь читать? А ты сейчас за Марка своего прочитаешь, он зачем пришел? А ты за кого читаешь? А Игорь? За Игорь. Нет, Игорь пусть сам читает, сейчас я позвоню. Ну, ты же там не за Игорь. Я нефть на баре. Ну, он занят там, он курит, болтает с Марком. Oh boy, this looks bad. Пусть сидят. А пусть сидят. Пусть уж. Не трогай ты их. Ладно, не буду. Можно за них читать? Давай, жена. Пока они там сидят, у вас места всем хватает. That's a good one for Igor. I like that. Игорь, это за Игоря. Игорь мне сказал, прочитай за меня. Потому что сегодня мне негде ночевать. Yeah, Igor. He's actually been everywhere. I got his bed already made. Выпить коньячок элитный. Ну-ка, Лена за Марка взяла. Взяла. Не уже под столом, да? Нет. Не хочешь читать?
что дома делать нечего. Ну давай другой вариант, последний. Еще один. Mom said, I came here because nothing to do at home. She's like, no. Разве трудно догадаться, здесь хочу я оторваться. Вот и говорите, дома делать другое, пусть оторваться. Можем назад, чтобы в следующий раз опять узнать. Да. Другой дом, зачем мне придет? Ульян, давай сюда бумажки. Не догадывайтесь сами. В следующий раз еще что-нибудь делать. Посмотрите, Давидка у нас. Тебе, наверное, жмут они. Маловаты. Yeah, it's too small. The shoes is way too small. Я слишком маленький. Ой, посмотрите, что у него красивое-то какое, что есть. Звезда Давида. Звезда Давида. Он же Давид, звезда Давида. Да. Ты знаешь, что это звезда Давида? Да. Лили. Лили. Видите, объясняет Вильям ему по-русски язык Винсенту. Винсент спрашивает, какой, думаешь, самый тяжелый язык выучить? Русский или, или немецкий? Винсент говорит, ничего тяжелее русского нет. Главное, что бокал держать, что вот так вот держит бокал, вот так вот. Вот так? Делают, А что пальцы-то куда смотрят? Вот так вот пальцы. Вот так вот. Нет, они ждут пальцы. Лена, что, правда, это во Франции так пьют? Не знаю, это неудобно. Так и неудобно так держать. Подожди, а как так неудобно же держать? Да, там такой запах, я там где выражают, да, какая. Смотрите, какая у нас красивая Рошель. Она сидит, она такая скромная, она стесняется, но она такая красивая, очень красивая. Take the French. Лилия, Лилия у нас, она вообще вне конкуренции, поэтому мы Лилию даже не обсуждаем. Вообще, девчонки, смотрите, все у меня какие. У меня все девчонки как на подбор. Как говорят, дядька Черномор, и там как 33 богатыря. Да, а вот дядька Черномор у нас сидит, видите? Сидит один. Я наслаждаюсь вашим. Да девочка, говорю, да мальчик ты наш. А? Ландшафтом. Да. Ландшафтный дизайн. Да, наслаждаешься, да? Симбиоз дикой природы и... Вы подумайте, какие слова знает симбиоз. Не знаю такого слова. У нас в Рыбинске таких слов не говорили. Шучу, шучу. Хотел продолжить и цивилизацию. Угу. Смотри, какая дикая природа там. Этот лес, наверное, вырос буквально, может быть, 200 лет назад. Да какой 200? 40 лет. Меньше лет. Даже. Кто его рубил, когда садили ваш сад? А, ну да, да, правильно ты говоришь. Вот эти вот старые деревья. Да. И все внутри, все старое. А здесь... Да. Все. Ты мне скажи, фикус у тебя вырос, пришла. Нет? Фикус у тебя растет? Еще как растет. Как? Какой? Уже
листики уже ожили. Да. Они сразу, когда были посажены, они... Немножко взгрустнулось им, да? Немножко зачахли. Ага. Но потом... И мы еще посадили... Угадай, что? Не угадаю. Угадаешь? Не угадаю. Какое второе растение у тебя? Спрашиваю. О каком втором растении? Не помню. Не помню. Папайя? Угадала. Правда? Мы купили папайю. Да. Ты видел, какие у меня плоды-то там? Нет, я видел, какие у тебя плоды. У нас таких еще плодов нет. А ты видел сейчас уже, какие плоды? С твою голову. Да. Пойдем посмотрим. Вот такие круглые? Пойдем посмотрим. Ну, я сейчас не хочу, да, я сидим. Ну, вообще, папайя, она выросла у нас очень быстро. Мы купили папайю. Угу. Искали папайю. Я купил папайю. Угу. Посадили это дерево. Оно тоже начало чахнуть потихоньку, листья... А листья будут отпадать, они будут отпадать. Они прогибались, знаешь, под солнцем. И ей, наверное, надо это больше тень, чем... Угу. Потому что листья широкие, когда... Наверное, да. Это значит, ей нужно больше да. тени. А когда листья такие тоненькие, это значит, она может расти под солнцем. Ну вот я этого не знал, думаю, да, это прав. Да, ну, Оксана ее начала подкармливать, и сейчас она пошла в рост. Огромная, огромная. Ирочка, огромная, ты видела у меня папайю? Где? Пойдем. Папайя, ну, ты почему его перебила-то? Я пришла просто так с вами послушать. Начала ее подкармливать. Оксана, я думала, что ты про ее историю жизни рассказываешь. Нет, блин, да, что она пошла в рост. Туда. Зачахла под солнцем. Нет, пойдем про папайю. Я пока мы с ней, пойдем покажу, какая у меня папайя. Пойдем. Слушай, мы вчера у нас тоже попали, сорвали одну. А, у тебя это тоже растет? Да. А-а. Ух ты, какая у тебя. Посмотри, какие у меня. Ничего себе. Так они еще рано их срывать-то, разве нет? Никогда. Так слушай, у тебя такие сиси такие висят. Да, как черные тетеньки сиси. Не говори вообще. Ну, видишь, как все-таки интерес-то превысил. Слушай, как все-таки зависит от места. Вот, где а ты посмотри, растет. Как она у меня наклонилась. Я не знаю, что еще делать. Видно, подпорку на этаж сделать. Вот у нас вот такая папайя. А как подпорку сделать, Ира? Ну как, какие-то не, вот палки. Не, Игорь, знаешь, надо, что надо сделать? Надо сделать подпорку, а то не выдумывай. Них... Не выдумывай. Пару палок. Надо это дерево убрать и вот это дерево убрать. И все, подпорка не нужна, она выпрямится. Да? Она Наташа, стремится к солнцу. Оно, оно клонится от того не дерева. Она стремится к солнцу. Смотри, деревья тут загораживают все, а она лезет к солнцу. А это что у вас за дерево? Кстати? Вот надо его убрать. Это не лавровый лист? Магнолия. Это магнолия? Да. Магнолия же листья больше. Ну, больше у нас да вообще какая-то дебильная вот магнолия. А у нас иду лавровый лист растет. Да. Ты видишь, Оксана, какие, да? Такие это нет, это титечки такие у нас а, висят. Ты с яйцами сравнила, а мы с сисями. Вау. Да, вообще не говори. Когда они пожелтеют, только непонятно. Они должны пожелтеть, да? Ну да, они же... А знаешь, как у них, они срывают зеленые, а потом желтеют да? дома. Да. Правда? Примерно месяц вот такие вот. Ира, ты можешь мне сорвать? А зачем сейчас-то тебе ее срывать? Я не знаю. Она у тебя когда пожелтеет уже, ну. Она даже чуть-чуть мягковатая она станет. Она нет, нет. Нет? Она станет такая, знаешь, полосками вот так вот желтеет, а потом зеленая места немножечко знаю, тоже пожелтеет. И ты даже послушай, что она так, знаешь, как простукивает, как спелый арбуз будет так вот звучать. Mm-hmm. И только тогда ее надо срывать. Все понятно. Ты знаешь, в испанских магазинах там иногда прям продают зеленые. Ну не до такой степени зеленые, не все равно, они уже да. почти поспевшие. Ну, да. Понятно. Девочки меня покидают. Эльвира пришла, думала, она будет ночевать, а она еще и с собой гузаль забрала. Короче, поехали они в ночной клуб. Дело молодое, провожаем их. Оксана уже дала наставление, напитков ни у кого не брать, ни с кем не разговаривать, за руку ни с кем не держаться. Наставление тебе, наставление. Гузалюшка у нас какая красивая. Нормально, конечно. Теперь есть куда одеть. Ну, конечно. Все. Давайте, поезжайте, девочки. Ну вот посмотрите сейчас. Будем сидеть на улице. Все принесли свои напитки. Будем. Игорь у нас обслуживает сейчас. За бутылочкой винца.
Давайте за Наташку. Давайте. За Наташку. Давайте за Наташку. Наташка за вас. Где Наташка? Леночка. Куда она пошла, Наташка? Никто не пил. Ничего. Просто принесли, и никто не хочет разбирать. Брошенный. Соседка. Или как, не соседка, Наташка? Или как там? Наташка, Наташка, теперь первоклашка. Нет, другая. Ты Нашка. Опять первоклашка. 25-шка. Опять первоклашка надо. Вы видите, как хорошо, когда 52. Перевернул, и все. 53 будет 35. Вот не 35. 54 будет 45. 55 уже никуда не денешься. А дальше, когда 56, уже первоначально неохота. Уже 65 не пойдет. Я буду сидеть. То есть до 54 можно переворачивать. А я сам буду идти в табак, у меня их туда. Нет, это неинтересно. А 61 опять можно перевернуть? 16. Нет, лучше не переворачивать. Да. 25 перевернула, а потом просто 26, 27 и так далее. А 88 перевернуть. Ну, а как 55 перевернуть? А 55 это хороший возраст. 5 плюс 5 10. А наоборот переверни 22. Вот. Ну, 82 опять хороший возраст, 28. Не буду бегать. Да любой возраст хороший. 99 на 60. А мне вот нравится мой возраст сейчас. Ты вроде взрослый, но не старый. Ты уже опытный. И тебе все разрешают. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Дети уже большие. Ни у кого ничего не надо спрашивать разрешения. Ты же в меру мудрый, в меру умный, в меру самостоятельный. Уже самостоятельный, уже точно. Проснулся и планируешь свой день как хочешь. Замечательный возраст, мне очень нравится. А ему тоже глупости уже не делаешь. Да. Главное, любой возраст, надо просто быть комфортным в этом возрасте и все. Но только он не заморачиваться. Не выходит, он ну, морщинка, ну и что, да. Зато внуки появились там. Ну и еще там чего-то, зато вот на работе хорошо уважают. Там. Еще там чего-то. Ну да, нужно хорошее. Ну а что нам остается? Вот выбора я нет. Я не хочу, чтобы мне 18 сейчас было. Или 25. Выбирать хороший, да, хочешь, не хочу. Не хочу. А у нас сейчас 25. Ребята, есть такие умные. Вообще, а есть такие глупые. Есть если в 35 такие глупые. А есть умные. Да есть и в 50 глупые. Даже не говори. А еще сколько? Даже индусы есть. Поэтому я говорю, что надо быть комфортным. Мне написала одна подписчица. Глупый, умный какой. Лишь бы одна подписчица мне прислала этот, поздравление. Она мне пишет: Наташенька, ты так умна, не по годам. Не по годам. Не по годам. Я вот это вот просто... Она хотела, видимо, сделать комплимент, но когда не по годам она сказала, думаю, а что 55 это... Все еще не по годам. Еще вообще учиться и учиться. Да. Да ладно, ты юная Наташенька, совсем. Наташенька, ты на меня Наташка. Не обижалась. Это ехала с Дисней. Ой, так, смотри, ну посмотрите, поехали. Карета превратится. В тыкву превратишься, да. Откуда вы поехали? Да, посмотрите, поехала, блестит, сверкает. Да, они поехали в ночной клуб. Смотри, напитки ни у кого не бери. Смотрите, там осторожно. А вдруг что подсыплют? В напитке вдруг подсыплют что-то? Наташа, ну мы же еще увидимся, да? Ну да. Мы в понедельник к Оксане тоже едем. Ну, едет на обеда пойдете. Да. Мы в понедельник едем, да? Куда едем? Гулять? Пойдемте, я вас провожу. Сейчас буду провожать их. Сейчас посмотрим. Ладно, счастливо, хорошо всем посидеть. Я чувствую. Что, совсем что ли поезжай? Доктора уже слушает. Так, девочки, я пойду, я вас провожать. Что, they go to night club? Really? Yeah. Oh, all right. That's okay with you? I want you home by 12 o'clock. Он говорит, что вы вернулись в 12 часов. And you better take good care of her. Давайте, девочки, пойдемте. Посмотрите, какие красотки поехали. И платье пригодилось, да? Да, и платье пригодилось тебе. Так, где у тебя Эльвира машина-то? Там не надо отогнать ему машину.
Ну, посмотрите, сколько у нас тут машин. Она подальше поставила. Она свинтить хотела раньше, она знала уже, что свинтит. Видишь, у нее какая машина крутая. Круто. Все уходят. Так, Лиля у меня остается. Винсент остается, интересно. С днем рождения! С днем рождения! Поздравляем! Ирочка, а помнишь, как мы кричали, мы секси, нет? Да. А что, мальчики, крикнем? Are we gonna scream? We sexy? Vincent, are you feel sexy? Oh, I'm always sexy. Okay, let's do it. One, two, three, and you say, we are sexy. Okay. Okay, one, two, three. We are sexy! Yay! Игорь, почему у нас виноград? You're so busy eating. Во рту. Тяжелый. А Васька слушает, да. Ну все, девочки и мальчики, спасибо вам огромное. Это все, кто у нас остались до конца. Are you sad? No, of course. Party's over. Девочки мои уходят. Леночка, спасибо. Оксаночка, спасибо. Спасибо. Ирочка, спасибо. Тебе спасибо большое. Спасибо. Кормила, обогрела. Как Марк у нас ушел раньше. Потом Надя у нас с Уильямом ушли раньше. У них, значит, там дети. Марк устал. Марк устал. Но мы хорошо время провели. Все равно. Шелли нас пораньше уехала. А где у нас Игорь? И дождение было хорошо. Дождь был. Ну, до того, как мы пришли, да. Вспомнили молодость. А где у нас Игорь-то? Игорь-то уже на улице? По-моему, в туалете Игорь. Винсент, как у вас? This time people don't go very early, right? No, it's good. They stay. They party. So let's go walk them out. Yeah, I'm waiting for Igor. Yes. Игорь! Смотрите, как красиво, да, заходит. Да. Кажется, посмотрите, у меня какая цветочная сегодня жизнь. Москва, там посмотрите. Ага, Москва, Из окна. Вообще красота, конечно. Да. А, Игорь, ну что твои беленькие, да, белые. Можно померить тапочку. Великовато тебе. Yeah, I don't think so. No. А где у меня Лиля? А где Лиля? Лиля уже спать. Давид, как? Где мама? Давид, давай поменяемся тапочками. Ты мне вот эти, а я тебе вот эти. Они же такое. Чего? Тебе что, жалко, что ли? Шла ты. Дай ему. Ну, так что? Они растопчутся. Площадь цветами полна, похолодеет душа. Что за багаж здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллион. Так, у нас Оксана уезжает с Игорем. Посмотрите, у нее машина какая интересная. Я уже показывала, наверное. Около машины вот такой вот круг. И с той, и с другой стороны. Прям безобразие какое-то. Видите, как у нас богачи-то живут. Ой, это что у вас? С кругом. Да, это Мерседес у них такой. А, пиздец у них? Все. Оксана поехала, Игорь, видите, пешком пошел. Игорь, надо закончить эту сигарету. Она будет идти без тебя. Хорошо, Игорь. Спасибо. Игорешечка, спасибо. Наташка. Все, спасибо, милый. Давайте, счастливо. Так, вот это наша Ирочка. Ну все, давайте. Давай, милая. Давай, Наташка, давай. С днем рождения. Спасибо, тебя милый. Еще раз. Скоро на фасоль смотреть будем. Давай. Поедем на фасолину. В Чикапу. Вот эти ноги заберите. Все. Вот Лилечка у нас остается. Я припаркуюсь. Я хочу машину переставить. Гузаль у нас уехала. Вот так вот мы живем. Ну что сказать. Я уже переоделась, а ресницы все еще на мне наклеены. Посмотрите, какая красота-то у меня. При любом свете. Хоть такой свет, хоть такой. Красота. Ну, вообще, конечно, уже глаза устали, и все устало. И пойду я спать. Не буду, наверное, видео завтра выпускать. Время 11 часов. Уже видео делать не могу. Все, девочки и мальчики, дайте мне выходной.